Первенство Москвы продолжается, и сейчас Спартак дает свисток, даже не давая до конца это все довести. Гости с мячом. Сомов перехватил. Очень красиво Рабаданов. Маталеев подключается, успеет или нет проткнуть мимо вратаря, успел, но добьет, добьет. 1-0, четвертая минута, повел Спартак. Ой, как все быстро, какой пас был от Рабада, ну и какая скорость у Маталеева, обратите внимание. Проскакивает он мимо вратаря, успевает проткнуть мимо него мяч. Галятов не дотягивается до этого мяча. Уже, уже, Мута, уже! Ошибка какая, Левченков, Галятов, Левченков снова, вот Муталиеву возможность выйти к воротам, останавливается, обыграл и 2-0, да, довели, довели дело до гола, до взятия ворот. Левченков, конечно, здорово сыграл сейчас. Сейчас становится 2-0 на 38-й минуте. Подловили, что называется, потерю в центре поля.